По соседству с Десногорском расположено большое сельское поселение Якимовичи. Мы уже не раз рассказывали вам, какие изменения происходят в селе. Сейчас в деревне хорошие дороги, вдоль центральной трассы для безопасности жителей установлены светофоры, ограждения и переходы, проложены тротуары. Теперь родителям не нужно беспокоиться, как ребенок доберется до школы. Украшает поселение деревянный храм, построены крытая сцена и площадка для массовых мероприятий. Установлены новые детские игровые городки. Активно прирастает село новыми жилыми комплексами, а это значит, что Якимовичи стали привлекательными для смолян, и люди потянулись обратно в деревню. Несколько лет назад активно работала федеральная программа по газификации сел. Программа закончилась, и многие жители остались за ее пределами. И, казалось бы, не дождаться сельчанам теперь подачи газа на свою улицу. Но несколько активных жителей проявили инициативу, нашли инвесторов, обратились в администрацию сельского поселения и получили поддержку. Я благодарна тем жителям, которые обратились в администрацию. Естественно, поддержала данную инициативу и очень рада. А в дальнейшем надеюсь, что этот жилой комплекс начнет стремительно расти. Демографическая ситуация благодаря данному жилому комплексу начнет в Якимовичском сельском поселении улучшаться. И у нас будет расти количество детей. А это означает, что будет расти количество в школах, детском саду, и инфраструктура села будет стремительно развиваться. А это значит, что у нас будет все-таки поддерживать область. И огромное-огромное спасибо тем инвесторам, которые приходят на территорию Якимовичского сельского поселения и развивают его. Газ и электроэнергия – основные источники благополучных бытовых условий. Это свет и тепло в каждом доме. Вместе с ними начинает развиваться инфраструктура любого населенного пункта. Все мы понимаем, что газификация нашего поселка – это один из самых важнейших параметров нашей коммунальной жизни. И с подачей газа я уверен, что население этого жилого комплекса будет получать более качественные коммунальные услуги. Хочется пожелать и остальным жителям села Якимовичи не оставаться равнодушными, проявлять инициативу и улучшать бытовые условия себе и соседям.